Всем привет! В последние дни уходящего отпуска хочу поделиться с вами своими рукодельными продвижениями. К сожалению, у нас лето жаркое продолжается, к сожалению, потому что в этом году очень-очень жарко. Мы просто все устали, дождя нет. Практически целый год с начала года, ну я не помню, был, конечно, дождик, но пару раз. Вот, и жара постоянная, и днем, и ночью, и не спадает. Так, ездили мы в отпуск, в деревню. Ну, у нас были морские дни, это мы ездили сейчас в деревню. Я вам немножко вставляла какие-то планы, постараюсь еще добавлять какие-то зарисовки. Но сейчас хочу начать с рукоделок. Во-первых, я вам показывала, что я хотела сшить какую-то большую сумку рукодельную, показывала вам другие ткани. Вот знаете, ну вот у меня вот бывает такое. Я приготовила одни ткани, потом стала смотреть еще, что у меня есть. И у меня был отрез вот этой вот чудесной ткани. И знаете, и нашелся голубенький к этой ткани отрезочек. И у меня... так загорелась, мне вот так захотелось именно вот этой расцветки, да, вот так вот лучше видно. Здесь такое вечернее поле цветов, да, какие-то, может быть, ночные цветы, почему-то мне так кажется, которые вот ночью цветут, или, может быть, в вечернее время, но обычно цветы-то закрываются, по-моему, вечером, да, это вот, наверное, ночные какие-то. Очень красивая расцветочка. Вы видите, я здесь сделала такую стежку простую, вот, и я загорелась, поэтому отложила все другие ткани. Конечно, мне здесь было очень тяжело, потому что у меня было всего лишь один отрез вот такой ткани 50 на 50, причем вот где покупаю, часто бывает, что режут очень неровно, присылают какую-то трапецию, там остается 40 на 40, если ровно кусок обрезать, вот. И голубенькой было очень мало. И я, знаете, долго крутила и так, и сяк, думаю, ну как мне это все собрать, и как мне сшить. Ну, в итоге что? Я, конечно, справилась, я молодец, но мне не хватило на бейку. Я хотела бейку сделать либо белым, либо кремовым. Кремового такого тоже у меня не хватило, белого у меня в достатке, но он сильно белый, и здесь нет такого белого цвета, конечно, было не очень, поэтому мне пришлось руки в ноги, Юля, и ей докупаю вот этот кусок, чтобы, ну раз уже сделала, то сделай по-человечески, чтобы сделать бейку. Вот, ну, конечно, есть еще какие-то недочетики, редко шью, и поэтому вот какие-то такие у меня нюансы маленькие все-таки проскакивают, да, потому что это опыт, это знание, как что правильно покроить, рассчитать. Вот с расчетом у меня еще пока все очень сложно, чтобы взять от начала до конца полностью рассчитать все правильно, не получается. Я вот все время на каждом этапе себя перепроверяю, где-то что-то подправляю, вот, но в целом шью. И мне, знаете, очень нравится шить. Заходит вот иногда сесть за машинку и сшить какие-то красивые вещи, интересные в пользовании. Вот. И вот такую форму, конвертик с прозрачным окном, шила я первый раз. Тоже было, знаете, сложновато работать вот с этой основой, ну, с винилом. Был маленький совсем кусочек. У меня оставались... упаковки от постельного белья с хорошим винилом, и я их приберегла, думаю, ну когда-нибудь соберусь сшить. Вот, в общем, вы видите, я сшила, сюда себе магнитик пристроила, ну это обычный магнитик, да, открывается вот замочек. Сумка, кстати, большая получилась, ой, убрала сантиметр 36, ну давайте принесу, сбегала за сантиметром, а то потом ищи подписывай. Так, я замеряла. Сейчас скажу вам, 31 на 36, по-моему. Так, на почти на 35,5 получилось. Вот. Так, 31 на 35,5. Ну, знаете, такой большой удобный конверт получился. И вот в дорогу я с собой брала, я прям в удовольствие им пользовалась. Давайте я вам покажу, что с собой брала. Ну, вы уже видите, здесь же есть у нас окошко. Все видно, все удобно. Здесь у меня пяльца, схема, нитки, коробочка с ножницами, иголками. Вот тут магнитик, он как раз зелененький, сюда очень хорошо подошел. Я еще сшила сюда небольшую подушечку, ну типа игольницы, просто на булавке, вот так пристегивается, ну так, для интереса, просто так. Не было какого-то шармика у меня сюда подходящего, вот, поэтому сшила такую подушечку, вот, и покажу вам в следующей заготовке, что я уже там по-другому как-то придумала. Вот, в общем, это финиш такой швейный, молодец. Покажу вам скатерть. Скатерть я вышивала в деревне. Скатерть от Vervaco. Я вам показывала, у меня была вышита полностью одна сторона. И теперь, опа! И появляется практически вторая сторона. Да, я вышила вот угловую розу, потом сделала центр. Нахожу всегда центр. И начинаю из центра. Вышила вот с правой стороны, сейчас вышиваю слева, и нужно будет сделать еще угловую розу, будет у меня две стороны. В общем, я молодец. Знаете, пошел процесс, я в него втянулась, не переживаю по поводу моих неровных крестиков, потому что здесь вот, я вам говорила, основа мягкая, крестики получаются неровные в каких-то местах, ну, вот где прямо одна ниточка, неровненькие, тем более как-то немножко подзатягиваю, может, не знаю. Вот, ну, есть такое дело. Изнанка у меня простая, аккуратная, не идеальная. Вышиваю, вот стараюсь, конечно, и на лице закреплять, как-то прятать все закрепки, но иногда делаю и с обратной стороны, потому что, ну, такая рыхлая основа, на лице тоже много не закрепишься, и тем более в три нитки вышивается. Ну, процесс идет, вы видите, и она получается яркая, классная, эта скатерть будет вообще шикарная, 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 вот, видите, какая яркая. Класс! Я очень довольна, что я осилила себя и к ней вернулась. Вот. Шьется. Будем надеяться, что будут и дальше хорошие продвижения. Так, что еще я вам хотела показать? Следующий проект вчерашнего дня, я бы так сказала, это... сумочка на подарок. Дело в том, что сегодня я буду встречаться с Наташей. Видео, конечно, выйдет позже, поэтому Наташа первая получит подарок, а вы уже увидите потом. Вот. И мне захотелось ей сшить проектную сумку, потому что, ну, человек много работает, сама на себе такую не сошьет. А ручная работа всегда приятна. Вот, и нашлась у меня вот такая ткань, вот опять же, замечая свои ошибки, я покупаю какие-то отрезы по одному кусочку, большая ошибка, нужно всегда, если что-то брать, то по два, вот этот вообще был у меня трапецией, такой кривой, что я срезала, я как бы и, там совсем не 50 на 50 осталось, вот, ну и чтобы сумочка имела все-таки какую-то высоту и глубину, и, ну, хотелось разбавить еще каким-то другим цветом. Я вот такой вот однотонный, горчичный, вот такой не совсем желтый, а горчичный подобрала цвет. Мне, кстати, очень нравится, когда есть какой-то такой элемент не однотонности, а вот, ну, там дно, там еще что-то, как-то какие-то вставочки. Вот, сделала, конечно, стежку. Вот, стежечка здесь есть. Вот тут видно, здесь не очень, потому что нитка такая, знаете, как бы в тон. Ну, прикольно получилось. Сумка тоже большая. Так, давайте я вам ее померяю. Исходный размер. Так, так, так. А здесь у нас, не вижу, 20... Правильно? Нет, 35. Почему? Да, 35 на... Так, так, да, по углу будем мерить. Правильно же, правильно. 35 на 27 сантиметров. 35 на 27. Объемная. Под пяльца, потому что знаю, что Наташа вышивает на пяльцах. Сделала небольшое дно. Вот. Ну, получилось вот так вот прикольно, интересно. Такая сумка. Единственное, не догадалась, надо было сделать какую-то такую, знаете, петельку, чтобы можно было еще за нее хватать. Ну, в принципе, прикольно. Дальше, что я тут сделала? Искала, думаю, какой-то хочется сделать шармик. Вот, и нашла у себя вот такую кисточку. И здесь вот такая керамическая бусина, этот слоненок. Очень прикольно смотрится, в принципе, в цвет. Он и легкий, и вот так-то, раз, открыл. А внутри вот такая ткань желтенькая. Ткани хлопок очень приятные. Думаю, будет приятно пользоваться. Ну, внутри там небольшие добавочки к подарку. Чехол для пялец и там всякие мелочи. Вот, я думаю, что будет интересно пользоваться. Под процесс. Наташа вышивает большой процесс. Надеюсь, она сегодня принесет, покажет. И я вам потом все засниму, покажу. Вот, сумка классно получилась. Такая немножко осенняя расцветка. Очень интересная ткань. Вот так. Такая вот большая, прикольная. Со стежечкой. Хорошая сумочка. Я собой довольна, что я уже начинаю шить все лучше и лучше, как говорится. Вот. И знаете, меня так это дело зацепило, что я не могу остановиться. У меня еще один проект в проекте. Вот, сейчас, подождите, буду все вам показывать. Это у меня тут еще бусины керамические, нарезки. Так, смотрите, сейчас все вам покажу, что тут у Юли происходит. Ну, во-первых, маленькая, да, не знаю, сошью, не сошью, ну, в смысле, будет время, не будет. Нашлась у меня вот эта молния и вот такой вот отрез от чаек, прям под маленькую какую-то сумочку интересную. Я вот так прикинула, какую-нибудь косметичку маленькую можно сшить, поэтому вот так тоже отложила. Вот можно прям не сильно там мудрить и раз-раз и пошить. Вот, был у меня еще кусок винила и... Вот такая интересная ткань. Я бы показывала ее, что купила как довесок один кусок. И меня она тоже так зацепила. Ну, сейчас же лето, море, понятное дело. Все голубое, морское, прям глаз заходит и вот настроение. Вот, увидела вот этот себя отрез, тоже стала считать, мудрить. Думаю, ну, не знаю как, но должна я сшить из этой ткани себе обязательно большой конверт. Причем я говорила, я хочу под кюснапы 25 на 25 сантиметров. И мне нужно был большой такой вот, видите, огромный конверт. Ну, здесь, ну, есть же сантиметр, давайте померяем, конечно, сразу. Что тут у меня? Так, у меня здесь 38,5. 38,5 на 34,5. Вот так. Немножко я там равняла, подрезала, какие-то миллиметры ушли. Вот, это у меня под вот этот процесс, видите, все морское. Тут у меня и магнит морской, и где они, ножнички тут у меня с маячком морским. Да, вот я себе делаю такой комплект в настроение, чтобы вышивался процесс поскорее. Человек-то ждет, а я все шью. Никак, видите, ни крестика не продвинула, потому что была в деревне, с собой его не брала. Вот, в общем, здесь вот такая заготовка. Но ткань внутреннюю вот такую подобрала. Потом. Вот наверх у меня уже нарезано вот так. Здесь большой кусок винила. Конечно, будет он отрезаться. Ну, еще не посчитала как. Я когда стала считать, у меня, в принципе, был вот такой вот кусок. Но, видите, здесь ткань сложная, у нее рисунок-то вот так. А кусок у меня остался боковой, вот так. Я тут, в общем, его и туда вот так складывала. Ну, в принципе, можно было бы, да, вот тоже как-то. Ну и что? Вот, молния белая будет. Вот, и не хватало мне на закрыть молнию. Думаю, ну вот так можно сделать. Ну, тоже. Потом сижу, тоже думаю. Там не хватает кусочка, здесь не хватает кусочка. Думаю, так, Юля, пойду и докуплю. Что не хватает, они недорогие. Кстати, вот эти ткани были. Вот это. Она была на распродаже, и она меня так зацепила. Я, в общем, поехала, купила. Мне дали какой-то огромный кусок. достался. Они там нарезаны в таких моточках, эти ткани. И она мне взяла и вот его раз и отдала. Здесь огромный кусок. Может быть, он правильно отрезанный. 50 на 50, дать я его померяю. А то мне все приходят какие-то трапеции. Ну, магазин хороший, у них выбор большой. А, ну вот, да, на глаз вижу. 56 сантиметров, почти 57. Да, я вижу, что он больше намного. Ну, вот так вот досталось. И, значит, кусок этот взяла. Видите, я еще его не резала. Я что хочу? Я хочу попробовать вырезать. Мне нужно правильно посчитать. Ай, да бог бы смочь. И хочу вырезать черепашек и вот этих вот ракушек. Потому что мне нужно... Конверт уже убрала, ладно. Наверх вставить две полоски. Вот, как-то их нужно правильно посчитать, чтобы они у меня собрались. То есть должны быть две полоски. Вот сверху черепахи здесь, а между ними молния. Окей, вот так. Ну, тоже закроется молния. Вот, должен быть верх сейчас вот такой. Если я не напортачу. Вот как-то так это должно смотреться, да, чтобы был рисунок. Вот. Сложно работать с этими тканями, потому что вот так не вырежешь, нужно вырезать с запасом, подворачивать, ну там. Вот так вот они подворачиваются под молнию, да, нужно на 4 ее вырезать. Так, чтобы можно было вшить молнию, поэтому тут нужно отрезать, посчитать и правильно отрезать ее, правильно подогнуть, чтобы у меня остался как раз вот такой вот рисунок. И окошко будет маленькое, ну ничего страшного, не хочется тут ничего уже отрезать. Можно бы, конечно, и вот так сделать, тут срезать черепах, оставить здесь только китов. И наверх будет вот так, и больше будет окно. Ну не знаю, пока я тут играюсь. И вчера игралась, делала вот эти бусины, делала украшения к сумочке. И сделала уже сразу сюда. Так, куда она пропала? Вот она. Я когда-то покупала некоторые бусины. Ну, просто зашла в магазины, что, знаете, там, что глазу понравилось, то и купила. Часть бусин использовались, и часть вот осталась. Особенно вот эта большая, она мне очень понравилась. Вот эта ракушка, но она очень большая, куда ее так просто не пришьешь. Ну, видите, ничего просто так не бывает, она долежалась. И она пойдет вот сюда, на молнию. Вот так будет украшать молнию. Пакет большой, поэтому ракушка большая, ничего страшного. Вот такая керамическая бусина большая. Ну, классно же. Мне очень нравится. Вот, сама себя развлекаю своими рукоделками. Ну, здесь очень много еще работы. Не знаю, когда я это все буду шить. Просто хотелось вам показать, какие у меня здесь процессы. Потому что вот сумочка-то сейчас уходит. Вот. Ну, посмотрим, как пойдет. В общем... Пока есть немножко времени, хочется пошить, потому что я думаю, что с сентября как начнется, и некогда будет заниматься вот этими моими швейными делами, потому что много часов на работе и домашние дела, плюс еще свои какие-то потребности, которые тоже нужно делать, там упражнения, еще что-то. Времени совсем не остается на рукоделие. Вот, что еще вам показать? Наверное, пока больше нечего, нет каких-то продвижений. Поэтому мы с вами увидимся теперь, наверное, в следующем включении. Итак, буду подводить итоги этого видео. Сегодня суббота. Хочу постараться также успеть смонтировать это видео. А с понедельника мне уже на работу, поэтому уже начинается совсем другая жизнь. И хочу показать вам вчера то, что я завершила. У меня, я вам показывала, был покроен конвертик. Очень хотелось мне его сшить. Но отпуск, нужно отдыхать, ездить на море. Плюс у нас мы ездили в деревню, тоже соскучились очень по природе, задержались там, хорошо провели время, отдохнули. Вот туда я брала с собой скатерть, вышивала. Здесь у меня были швейные проекты. И вот один из таких проектов — это вот этот конвертик. Я его хотела дошить. Конвертик получился большой, получился такой, знаете, действительно объемный для проектов. Я хотела вот что-то такое большое, объемное, потому что маленький у меня есть, а вот большого не было. И конвертов я еще не шила. Ну вот один у меня есть, я сшила, это второй. Здесь я уже немножко доработала какие-то свои недочеты, но без них у меня не получается. Еще нужно улучшать свое мастерство, но в целом как бы я думаю, что улучшаются мои навыки шитья. Я этому очень-очень рада. Мне нравится делать иногда какие-то такие приятные, красивые вещи. Сразу померим размеры, чтобы я потом тоже не забыла. Читалась у себя в своих журналах. Так, 38 с копейками, там 2 или 3 миллиметра. И высота, ну, 35. 38 на 35. Вот такой большой конверт получился. С обратной стороны вот так. Я вам показывала эту ткань. Вот почему-то она, я на нее запала, но видно море, отпуск. И мне хотелось морскую тканюшку. Был у меня вот этот отрез, и я пыталась с ним что-то сделать. Но, видите, у меня все получилось. Вот, пришлось, конечно, докупить второй, потому что мне захотелось сделать все-таки вот верх красиво. Не просто там что-то придумать, пристроить какую-то ткань, а хотелось именно вырезать и сделать красивый рисунок. Вот внизу у меня очень хорошо получилось, здесь у меня ракушки. Внутрь вот этой ленты я проклеила паутинкой, чтобы была плотность, но не сильно, потому что, ну, как бы такой флизелин, он дает большой плотности, он разный по плотности, но у меня плотный именно. И я хотела что-то потоньше, вот сделала здесь паутинкой, и хорошо. Вот здесь единственное, когда я вырезала черепашек, я вот все правильно вырезала, но забыла, что вверх пойдет бейка, и что часть вот этой синей тоже полосы закроется бейка. Вот видите, такие моменты, как бы мне еще тяжело правильно продумывать. Можно было бы вот здесь сделать больше отступ и, ну, оставить черепашек больше по центру, как бы срезать здесь. Ну вот так вот получилось, ладно. Что еще здесь? Ручка тоже я проклеила паутинкой, чтобы была плотность. Очень хорошо получилось, кстати. Мне понравилась вот эта паутиночка. Я ее купила целый моток большой, вот такую упаковку. Она дешевая, и вот для таких вот полосочек паутинка хорошо идет. Ну и я вам показывала, я сделала вот эту бусину прикольную. Давайте немножко поближе вам сейчас покажу. Она, конечно, тяжелая. Потому что это керамика настоящая, это не пластик, это керамическая бусина. Она вот такая тяжеленькая. Ниточка проходит прямо вот через центр, да, вот так. Ну и получался маленький хвостик, я немножко сделала с ленточкой. Вот это я, наверное, отрежу где-то так, как-то, не знаю, еще подумаю, как это будет. Пока оставила так, как есть. Вот, открывается, все, закрывается. Такой красивый здесь шармик, вот эта бусина. Ну, мне кажется, получилось очень классно. Пусть даже к концу лета, неважно. Главное, сам процесс, сам путь. И конверты, конечно же, буду использовать и в течение года, и на следующий год, тематический, морской, в отпуск, так куда угодно. В общем, классно шить себе какие-то такие вещи. Я прям очень довольна. Вот видите, вот все так, аккуратненько. Хорошо я поработала с этим конвертом. нужно, наверное, шитье разбивать на 2 дня, потому что когда в течение 1 дня шьешь, к концу начинаешь уже уставать и уже хочется доделать, хоть просто доделать. Надо разбивать на 2 части, потому что пока ты покроешь, стежку сделаешь, какие-то швы обработаешь, время уходит много. Я вам говорила, что я как бы не профессионал, и у меня вот эти все вещи занимают очень много времени. Бейку эту покроить, пока ее покроешь, пока ее разутюжишь, да, вот такие вот вещи. Ну ничего, потихонечку учусь, делаю, получаю от этого тоже свое удовольствие, заряд энергии, пользуюсь этими вещами. Вот. Ну классно. Такая сумка и для вышивки, и для чего угодно. Плотно, хорошая, ручка есть, все красиво. Такой вот конвертик. Я с собой довольна. И хочу еще сшить одну форму конверта без прозрачного окна, немножко по-другому. Вот из той ткани первоначальной, с этими бабочками, жучками, с ночными цветами. Вот, но мне нужно купить 2 молнии. А молнии у меня большие закончились, остались только там уже маленькие такие всякие по 20 сантиметров. Мне нужны 2 по 35, по-моему, они идут. Ну вот, молнии закончились, к сожалению. Вот это была последняя большая. На 50 сантиметров я ее отрезала. То, что нужно. Вот, поэтому нужно обязательно молнию. Тут рассчитала, чтобы этот стопер был вот именно здесь. Все у меня хорошо получилось, в аккурат. Класс, я собой довольна. Все, буду теперь пользоваться. Так, что еще хотела вам показать. Состоялась встреча с Наташей. Она здесь живет в Греции. Молодец, что она меня нашла, отозвалась, мы встретились. Потому что есть девочки, бывает, пишут, но как-то вот встречаться не решаются. А зря. Вот. Наташа мне привезла целую кучу подарков. И также она привезла свои вышивки, свои схемы, дизайны. То, что получилось снять, я вам вставлю чуть-чуть попозже, к концу видео. Дело в том, что мы были в кафе, там играла очень громко музыка, и я не знаю, пропустит YouTube, не пропустит, может придется убрать звук, что я буду делать при монтаже, не знаю, но я вам вставлю, вы увидите, что вышивает Наташа, у нее там грандиозный проект. Вот, и она много работает, и тем не менее молодец. Вот она говорит, по 100 крестиков в день вышивает, и проект продвигается прям вот очень круто. Весь проект, там мы смотрели 183 тысячи по саге, она будет вышивать чуть больше половины, 60%, там его уменьшить, по-моему. Вот. Ну, в общем, мы еще посчитали, где-то на 1060 уже вышила примерно. Она не отмечает, что там такой рисунок, но вы посмотрите. Ну, в общем, молодец. И у нее пристрастия как бы в дизайнах другие. Вышивает либо то на 40-х кантах, то на каких-то еще основах. В общем, у нее такой свой вкус, такой интересный. И у нее залежалась Мурано. Она говорит, мне не надо. А мне надо, поэтому она мне ее принесла. У меня много дизайнов, наборов от Анкор. Анкор, вы знаете, там очень много 3/4 креста, бэкстич сложный. И они идут на 16-й аиде, а им соответствует 32-й каунт. У меня вот все каунты есть, вот 32-го как-то, знаете, Мурано не накупила. И вот тут такой багаж, вот это все Мурано. Вот все Мурано, и как раз мне на все мои проекты, задумки хватит. Здесь хорошие большие отрезы, как раз вот под этот самый канал, который у меня лежит, тоже начатый, нужно его тоже довышивать. Вот, пожалуйста, Мурано 50 на 70, отрезы большие. Вот еще Мурано, видите, с горошком, с таким, тоже симпатично. Вот этот мне очень понравился отрез, такой, знаете, как же этот цвет называется? Не хоккей, не какой-то он... Я даже не знаю, как его описать, этот цвет. Очень такой он нежный, интересный. И вот мне на нем сразу захотелось вышить какой-нибудь дизайн с птицами. У меня есть, нужно будет прикинуть. Может быть, что-то я здесь и начну. Потому что очень такой вдохновляющий цвет. Как-то я к нему запала прям сразу сердцем. Классненький. Не знаю, покажет эта камера, как-то надо с белым листом. что ли, показывает. Вот так вот, наверное. Такой интересный, мягкий тон. Класс. Вот, меня не высыпала. Это с, тоже, видите, Мурано с люрексом. Сложно вышивать на люрексе, конечно, глаза устают. Но это, наверное, под какие-то новогодние дизайны, не знаю. Ну, посмотрим. Такой небольшой отрез. Знаете, оно лежит, лежит, потом раз и надо. Вот это тоже интересный отрез. Такой серенький. Серенький, благородный цвет. Прям на подушку бери что-то, вышивай, какой-нибудь тоже прикольный дизайн. Какой-нибудь сэмплер, не знаю что. Вот, спасибо Наташе. И вот такой еще огроменный тоже кусок. Здесь, ну, Наташа сказала, это Мурано. Мурано? Мурано. Так, почитаем. Да, Мурано, 32-й каунт. Вот, пожалуйста. Был очень большой такой отрез. И здесь она уже с разметкой. Она сделана вот с пропиткой, с разметкой. Ну, это вот Мурано. И говорит Наташа, что это смывается. Вроде пробовала, все в порядке. Им тоже надо попробовать. В общем, видите, сколько у меня Мурано пришло. Я к весне готова. Дай бог, все в порядке. Начать свой вышивать канал. Я, кстати, недавно убиралась у себя в рукодельном шкафу, достала. Там у меня разметка была, долго отмывала. Ну, подумала, думаю, ну, Юль, ну, не это самое, не надо на Иди, надо на Мурано. И вот, к счастью, пришла Мурано, теперь смогу хорошо организоваться и вышивать. Так, идем дальше. Так, а дальше хочу показать, ну, небольшие продвижения по Риолису, по Гардантею. Я, конечно, старалась, но я, видите, отвлеклась на шитье, деревня, и тут приросло немного, но тем не менее я вышиваю. Сколько процентов? Не знаю, сколько процентов, 50, наверное, процентов, да, потому что вот половина, она где-то вот здесь. Вот, может быть, чуть-чуть больше, может, 55. Где-то вот здесь должна быть половина, вот так. Да, наверное, может, 55%. В общем, мне еще шить и шить, видите, и сага есть, но все равно отвлекаюсь, не могу я вот только один дизайн шить. Мне нужно хоть чуть-чуть на что-то отвлечься. Поэтому немножечко я отстаю от своего графика. Я думала, что я за 2-3 месяца вышью. Но, видите, вышиваю уже с начала года, и тут еще шить и шить. Ну, ничего, главное шьется, друг ждет, ничего страшного. Вот, процесс идет, как идет, так должно быть, значит, что он должен долго вышиваться. Может, он к нам сам приедет в гости, не нужно будет отправлять его самолетом. Вот, ну и что я хотела показать, хотела попробовать, я еще, кстати, не пробовала, вчера вечером только шила. Зайдут кюснапы или не зайдут, потому что я шила эту сумочку под кюснапы. Та-та-та-там. Вот. Вот так вот это все должно быть. Вот. Все. Свершилось, так сказать. Все получилось. Здорово. Но я рада, что у меня все получилось. Ну, классно. Вот. Классно, классно. Сумка такая плотная, хорошая, форма, все класс. Мне вообще очень понравилось, что у меня здесь получилось. Буду теперь, ну, такая, знаете, солидная рукодельница с красивой сумкой для организации процесса, не по пакетикам. И все, можно с собой брать и в дорогу, да и вообще просто держать вот в такой организации. Ну что, мне, конечно же, еще предстоит монтаж видео. Надеюсь, что будет возможность дальше вышивать и как-то выходить, держать с вами связь. Думаю, что на этом все. Надеюсь, ничего не забыла, все показала. Ну, там есть небольшие продвижения по коту, ну, там совсем мало. Уже в следующий раз я вам его распакую и, надеюсь, что-то еще повышиваю и покажу хорошее продвижение по Фредерику. Вот, а на этом у меня все. Желаю вам хорошего настроения, до новых встреч и всем пока-пока.